Всем привет. Идем с собачкой заняться ходовой охотой на утку. Не, ближе. Будем искать уток. Да, пруд слишком открытый, и они были на той стороне. Сейчас мы над краем пойдем. Там, может, если что-то под берегом будет сидеть, тогда нам повезет. Две курицы подняла. Мия. Молодец, молодец, хорошо, хорошо. Молодец. Не, блин, нырнул, что ли? Чтоб не нырял. Блин, а то что-то я промазал совсем. Молодец, умница. Умница, девочка. Давай, давай, неси. С полем? Взяли селезня. А второй не криковой. Что-то за утка была, не понял. Там на видео посмотрю. Что-то грудка белая, по-моему. Голова черная. Да молодец ты, моя девочка, умница. Умница моя красавица.
Давай, давай, неси скорей. Камыш непролазный, да. Непролазный камыш. Не тряхайся, блин. Чего ты? Дай, молодец. Вот, отряхнись, хорошо. Смотри, какой. Мия. Мия. Какого принесла красавца ты, а? Смотри, молодец. Молодец, умница. Умничка, девочка. С полем тебя и меня, а? Молодец, умница. Там моя красотка. Ах ты, молодец. Давай уберем его рюкзачок. Ну что, крякушки есть тут? Крякуньки. Далеко, блин. Вперед! Подай, подай, подай! Блин, второй нет. Давай, 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 давай! Вперед, 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 вперед! Вперед! Эх. Сейчас проверим мы, Мия, что это за собака. Там легко было. Вон утка поднялась. Вон еще две. Давай, давай, вперед, 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 вперед! Ищи, 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 ищи. Вперед, вперед, вперед. Направление правильное. Вперед, 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 Мия, вперед. Нет. О, камыш, камыш прям ходуном ходит. Удирает, что ли? Блять, подранок. Собака там, а вот он здесь. А, блин. Это что-то не то. Да, Мия, вот качество твоей английской легавой. Ну и чё? Где? Давай, упал селезень, ищи! Пррр. Пррр. Конь ты! Пррр. Ну и чё, как вот с тобой стрелять? Мия, иди сюда! Иди сюда! Рядом! Падай! Давай, вперед! Нос врубай свой, нос. Молодец, давай, 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 ищи, молодец, умничка, ищи. Ищи, девочка, ищи, залазь, камыш. Дальше, 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 Мия, дальше. Ну что такое-то, Мия?
Вот что, ребята, вот обошли пруд. Я злой. Не нравится мне, что она вот видела, что упала, все, ее не дорабатывает. Нету у нее вязкости ближе. Сейчас буду помогать. Надеюсь, хватит бродни, чтобы там в камыши полазить. Надеюсь, что он еще и чистобитый, не под ранах. Тогда найти будет легче. Если под ранах, то обидно. Мия, пошли. Да, вперед, ищи. Давай, 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 залазь. Залазь, камыш. Вот он и лежит, блин, а. Вот он и лежит, нет, вперед. Подай, вперед, вперед, вперед. Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Ищи, 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 ищи. Нет, нет. Иня. Вот, 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 вот. Молодец, умница. Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Я думал, ты унюхал, хвалю тебя. Хорошо, молодец. Давай, выноси. Вон какой селезень. Дай, отряхнись. Молодец, умница. Хорошо. Мия, ты сразу это должна была сделать. Надо было тебе 10 метров лишних проплыть. Вот он, второй селезень. С полем. Вот он, молодец, умница. Умница. Хорошо. Так, ну что, еще надо одного, и можно ехать домой. А почему еще одного? Потому что щипать мне. А я не люблю щипать. Э, работница, папа стоит, а ты там трудишься. Это как так? Это как так? Молодец, умница, пришла, молодец. А, хорошо, давай, ищи, молодец, пошли. Вот с того угла поднимали сутки. Есть там такое место, тоже в камыше залито водой. Там бывает утка плотно сидит. И по барабану до этих выстрелов, пока не пнешь под попку, не вылетит. Вот. Зачем они жгут вот этот камыш, блин? Тут фазан только начинает появляться. Блин, не стреляешь, ходишь, жалеешь, блин. Они, твари, все повыжигают. Не, ну что тут? Где наш третий селезень? Давай, вылетай. Кищ! Кищ пошел!
аккумулятор. Ну вот, друзья, и третий селезень добыт. Добыт с одного выстрела пятерочкой в угон. Чисто битый. Собачка подала. Вот. Получилось так, что после смены аккумулятора случайно включил режим таймлапс, режим ускоренной съемки без записи звука. Охота состоялась, добыто три прекрасных трофея. В конце видео я вам рассказывал, что поменял своего боевого коня. Вот он, новый камуфлированный. А здесь я вам пожелал ни пуха, ни пера. И спасибо за просмотр.